Вот, мужики, был в фикс прайсе. Купил вот таких контейнеров. Вот. Они там фиксируются. Ну, их можно доставать там снизу. Вставляешь что-нибудь. Единственное, убрал там зубы на нижнем, чтобы можно было полностью его доставать. Они по два штуки. Вот, крышки снимаются, они соединяются. Забрал последние, правда. Вот, будет еще возьму. Вот, на почте поехал, получил посылочку из Китая. Вот таких радиаторов. Они 5 сантиметров длинные, 10 штук. Что-то там 100 с лишним рублей. Это вот сюда пойдет. На вот эту причандалину. Вот сюда надо его поставить. Термопаста у меня есть. Вот. Но он чуть-чуть длинноват. Я тут подрежу так, чтобы отверстие напротив было. И здесь его подрежу, чтобы на всю длину. Вот здесь она, штука вот эта, на скотче двухстороннем. Срежу, и ниже ее надо опустить. Они ее что-то приклеили слишком высоко. Чуть пониже, и радиатор станет. Вот. Для охлаждения вот этой беды. То, что смотрел, много обзоров, говорят, греется. Вот. А в корпусе она вот здесь, защелки. А в корпусе вот здесь на сверлю маленьким сверлышком для вентиляции, чтобы выходило тепло. Я думаю, будет нормально остывать. Все, поставил радиатор на всю длину. Вот так просверлился. Ну, тут разметил. С этой стороны микросхема стоит на всю. Вот, сбоку тоже. Вон его видно, ребра. Он прям до конца. И сзади еще добавил. Тут было 3, но маловато. Дальше тут микросхема идет. Смысла нет. Вот, как-то так. Все равно его куда-то, какую-то коробеху прятать. Вот. Поэтому пускай будет так. Вот. На термопасту посадим. Когда-то покупал. Не знаю, ультра. Я думаю, пойдет. Так, ну и проверяем. Проверяем доработанный уже вот этот блочок с радиатором охлаждения, так сказать. Все подключил. Некоторые пишут, что при включении там либо в розетку, либо кнопку дергается вал. Не знаю. Ни на одном двигателе не замечал, ни на другом. Вот, вот как показать, вот так, да? Включаю. Стоит. Включаю кнопку. Стоит. Начинаю добавлять обороты. Все, выкрутил в ноль. Выключил. Не знаю, может, вот так как-то надо сделать. На выключенном, чтобы он дернулся. Вот в розетку воткнул. Ничего не дергается. Ну, здесь можно подстроить будет. Если нужно будет. Вот, как-то так. На этом, пожалуй, все. Видос можно закончить. Вот так. Охлаждение есть. Значит, можно сделать какую-нибудь самоделочку. Все, всем пока.